Офисы МФЦ на территории Одинцовского городского округа из-за наплыва посетителей продлили часы работы. Ажиотажный так называемый отложенный спрос на госуслуги возник из-за введенных ранее ограничительных мер. Теперь МФЦ Одинцовского округа работают с 8 до 21.00 7 дней в неделю, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. В ближайшее время усиленный режим сохранится.